Детский сад под жилыми квартирами. Чувашия – одна из первых в стране – реализовала проект по строительству дошкольных учреждений в многоквартирных домах. Там, где мог появиться продуктовый магазин, уже скоро зазвучат детские голоса. Новый садик разместился на двух этажах жилого дома. Название ему решили присвоить необычное – дошкольная академия. Воспитывать здесь детей будут по современным образовательным стандартам. Планируют обучать даже иностранным языкам. Внутри обустроили спортивные и музыкальные залы, медицинские кабинеты и даже сенсорную комнату. Подрядчики продумали все до мелочей. К примеру, раздевалки снабдили автоматическими устройствами для обогрева одежды. Они могут пригодиться зимой. К новому детскому саду уже присматриваются родители, а власти республики обещают компенсировать им часть истраченных средств. Все это пример государственно-частного партнерства. Всего в детском саду планируют открыть 5 групп. Каждую будут посещать по 20 дошколят. Замечательное впечатление. Вот у нас старший ходит в другой садик. Ну, была бы возможность, конечно, в этот повели. Здесь очень красиво, очень современно. Очень понравилось. Наверное, комната, то есть отдельная от всего, и пространство, то есть еще много пространства, все новенькое, все хорошо. В ближайшие годы в этом же микрорайоне планируют построить еще одно дошкольное учреждение.